Между Краснодаром и Анапой с 1 июля начнут курсировать дополнительные электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. Составы будут совершать утренние рейсы в прямом и обратном направлении до конца августа. В СКЖД объясняют их введение возросшим пассажиропотоком на курорт. Из Краснодара «Ласточки» будут отправляться в 6:05, время прибытия – 8:50. В обратном направлении поезда будут отправляться в 9:07 и прибывать в 11:44. В пути предусмотрены остановки на станциях Афипская, Северская, Абинская, разъезд 9 километр, Варениковская. Стоит отметить, что составы будут курсировать ежедневно, кроме 12, 13 и 15 июля, а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа. По данным сайта РЖД, в настоящее время «Ласточки» между Краснодаром и Анапой курсируют в вечернее время. Из краевого центра они отправляются в 18:28. Прибытие на курорт 21:23. Стоимость проезда 799 рублей. А спонсор сегодняшнего выпуска программы – цирк Юрия Никулина на стадионе «Спартак». Открытие циркового сезона в Анапе. С 11 июня на стадионе «Спартак». Цирк Юрия Никулина. В программе гимнасты, акробаты, дрессировщики и клоуны. В Анапе на Горького 5. Телефон 7 952 816 42 42.